12 июля Казанский федеральный университет посетила делегация китайской провинции Хэйлунцзян во главе с губернатором Ваном Бинтяо, которые прибыли с рабочим визитом в Татарстан. Визит носил ознакомительный характер. Гости из Поднебесной посетили музей истории Казанского федерального университета. Стоит отметить, что на данный момент в КФУ обучается около 1000 студентов из Китайской Народной Республики, и это число с каждым годом растет. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.